Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречу с коллективом Института фундаментальной медицины и биологии. Подробности смотри далее. На встрече с сотрудниками Института фундаментальной медицины и биологии Ильшат Гафуров говорил о текущем положении дел в университете и об итогах приемной кампании. Ректор отметил улучшение качества подготовки абитуриентов. Вы, наверное, уже знаете, но я еще раз позволю себе озвучить. По показателям качества уровня ЕГЭ, наш головной вуз, как мы называем все, что находится в Казани, один из самых больших в Российской Федерации, 78,37. Средний ЕГЭ по Казани. В целом, с учетом филиалов, чуть больше 73. Марат Сафиуллин в своем выступлении рассказал о продвижении КФУ в рейтингах. Напомним, что Казанский федеральный недавно поднялся в рейтинге QS сразу на 50 пунктов. Кроме того, проректор упомянул, что в рейтинге The Times показатели КФУ в публикационной активности и оценкам работодателя уже вошли в число 100 лучших. Я особо хотел подчеркнуть, много или мало 50. Дело в том, что по размеру наш университет среди тех, кто представлен в рейтингах, является одним из самых больших. В завершении встречи было заявлено, что в состав КФУ вошел бывший военный госпиталь. В этих зданиях разместятся ветлаборатории в Иваре. Кроме того, в госпитале оборудуют стоматологическую клинику и центр первичной аккредитации выпускников всех медицинских специальностей. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Пришло время самых интересных новостей Рунета. В эфире рубрика «Веб-ньюз».